Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре наушники от компании Sonac, модель Z66 Pro. Наушники выглядят очень необычно, на ушах тоже выглядят необычно. А все почему, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что компания Sonac — это, наверное, единственная компания, которая делает нетрадиционные, нестандартные наушники. Все их наушники выглядят абсолютно по-разному. А все это из-за того, что уши-то у всех разные. Вот у вас, мои зрители, уши одного типа, у меня другого. И у каждого из нас разные уши. А многие бренды делают один и тот же тип. Все по стандарту. Компания Sonac сказали: нет, мы будем делать для всех типов ушей. И выкатили кучу разных моделей. Одну из них мы уже с вами смотрели. Есть обзор на канале. Сегодня мы смотрим вторую. И впереди еще около 3 обзоров разных типов наушников от данного бренда. Вы можете перейти по ссылке в описании, посмотреть их интернет-магазин на Алиэкспрессе. И там увидеть сразу же все наушники, которые у них есть. Я уверен, что каждый из вас сможет найти подходящие для себя наушники. Ну а сейчас предлагаю распаковать данные наушники, посмотреть, как они выглядят, что там в комплекте и как им вообще пользоваться. Говорю сразу, для тех, кто хочет послушать, как они звучат, и более детально узнать о звучании этих наушников, скорее всего, вы в этом обзоре такой детализации не увидите, потому что сильно я не углубляюсь. Этот обзор у нас будет поверхностный, можно сказать. То есть распаковка, как это работает, как выглядит на ушах, ну и другие очень важные моменты. Итак, ребят, коробка выглядит вот таким вот образом. Все очень симпатично, престижно, красиво. Sonac Z66 Pro. Именно так называются наушники. На задней части написаны некоторые характеристики. Такие как, например, 400 мА аккумулятор. И этот аккумулятор, он находится в кейсе. А в самих наушниках, которые вот вы вставляете в ухо, в них 60 мА. И зарядки от этих вот, давайте вместе посчитаем, от 460 мА вам будет хватать на 6 часов бесперерывного прослушивания музыки. Bluetooth 5.3 поддерживает расстояние до 10 метров. Больше, в принципе, ничего интересного здесь нет, поэтому давайте открывать коробочку. А под ней у нас еще одна коробка уже в черном цвете с золотой надписью Sonac. Открываем. Сразу же встречают нас сами наушники. Выглядят вот таким вот образом. Красивый такой молочный цвет. Итак, посмотрим, а что там под низом. Под низом у нас VIP-карта клиента. Это очень круто. Идем дальше. Возможно, на следующей покупке будет скидка. Прикольно. Итак, инструкция. Конечно же, куда мы без инструкции. Также в комплекте есть провод для зарядки. И вот они сами наушники. Выглядят как страусиное яйцо. Если честно, немного. Форма такая прикольная. Круглая. Немного как будто ее раздавили. В общем, необычно. Мне нравится. Итак, ребята. Цвет молочный. Тут уже на любителя, скорее всего. Значит, с правой стороны у нас гнездо для зарядки. Задняя часть выглядит таким вот образом. И здесь есть индикатор зарядки. В принципе, все. Больше ничего здесь нету. Все по-скромному. Открываем. И как мы видим, внутри тоже все в одном стиле, все в одном цвете. Все в шоколадных тонах. Очень красиво, круто. А, точнее, в молочном, да, наверное. Не знаю, почему-то шоколад вырвался у меня. В общем, выглядит очень красиво. Кстати, ну опять же, забегу наперед, скажу, что наушники продаются как в черном цвете, так и в других цветах. То есть мне просто попался этот цвет. А на самом деле цветов разных много. Итак, друзья, обратите внимание, как выглядят сами наушники. Под наушниками кейс выглядит таким вот образом. Мы видим контакты для зарядки. Лево, право, все расписано как нужно. Значит, у нас тут, я вижу, разъем для микрофона. Динамик. Такой вот интересный пластик, под низом Sonac написано. Ну, в целом, вот они выглядят таким вот образом. Что скажете, ребят, как вам такой внешний вид наушников? Мне очень интересно будет узнать ваше мнение, потому что, честно скажу, я, конечно, не фанат наушников, я не разглядываю разные наушники, не профи в этом, но такие я вижу в первый раз. Итак, ребят, как пользоваться наушниками? Есть инструкция, в инструкции есть QR-код. Сканируем QR-код, скачиваем приложение от компании Sonac, нажимаем «Добавить», выбираем, какой продукт данного бренда у вас на руках. Ух, тут машалла-машалла наушников, конечно, тут разных вариантов дофигуша, как я и говорил в начале видео. Все, выбрали свой вариант, открываем, видите, индикатор моргает синим. Открыли, достали, сканировать. Следующий шаг,
даем все разрешения, локация, Bluetooth, Wi-Fi, вот это все подключаем. И готово, ребята. Через Bluetooth тоже коннектим обязательно. И все, готово. Показывает, сколько зарядки в каждом наушнике. И можно настроить эквалайзер, обновить прошивку наушников и так далее. Все, больше программа вам ни на что не нужна. Никакой пользы от нее больше нету. Основные функции она свои выполняет. И все. Один раз настроили, убрали, забыли. Итак, управление громкостью, ребята, здесь вот жестами. То есть 3 раза нажимаешь, громкость увеличивается. 3 раза в другую сторону нажмешь, громкость уменьшится и так далее. Если 1 раз нажать, то музыка становится на паузу, а если 2 раза нажать, то трек переключится. Вот здесь на экране вы можете видеть, что двойной щелчок — это последняя песня. Приложение, кстати, можно настроить жесты, смотрите. Двойной щелчок по наушникам, в левое ухо это переключает на последнюю песню. Если на правое, кстати, правое написано как правильно, но это, опять же, это... просто ошибка в переводе. По правому это следующая песня. 3 раза нажмешь, 3 хита. 3 раза тапаешь, громкость увеличивается. А если по правому уху 3 раза, то громкость уменьшается. Но перевод в приложении, конечно, ужасный. Ну а теперь немножко расскажу о характеристиках данных наушников. Значит, ребята, еще раз. Bluetooth версии 5.3. Материал из пластика. Емкость аккумулятора 400 мА. Максимальный беспроводной диапазон — это 10 метров по Bluetooth. И на коробке написано, что на 6 часов будет хватать зарядки, но на Алиэкспрессе написано, что на 8. Кому верить, тут неизвестно. Но я думаю, что опять же все эти показатели средние. Скорее всего, наушники будут держать на максимальной громкости где-то часа 3-4. Наушники имеют защиту IPX4. Это говорит о том, что они не боятся брызгов. Но если ты их, не дай бог, уронишь в воду, то им придет сразу же трындос. Каждый наушник весит по 7 грамм, а все вместе в комплекте с кейсом весит 70 грамм. Разъем у нас Type-C. С 0 до 100 заряжается за 1.5 часа. Также написано, что наушники поддерживают Dual эффект, то есть двойной эффект. И я не знаю, что это значит, но походу реально это инновационные наушники. Здесь куча всего. И что самое крутое, ребята, прямо сейчас эти наушники можно купить за $39. Я не знаю, какая цена будет потом, но сейчас со скидки на Алике они стоят $39. И это, я считаю, что действительно очень круто. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание. На этом я закончу свой обзор. Все, что можно было, я вам уже показал. Если остались вопросы, пишите, постараюсь на все их ответить. Пока-пока.